Привет, друзья, с вами я, Алекс. Сейчас лето, многие пацаны хотят научиться простые и красивые элементы, чтобы удивлять прохожих. Это шестая часть простых элементов. Сейчас я покажу вам 10 новых простых элементов, которым легко научиться. Поехали, братаны. Пацаны, первый элемент, который я вам сегодня покажу, это будет стойка на дельтах. Как она делается? Это простенький элемент, который делается за счет физики. Немного силы ваших плеч. Пацаны, в этом элементе главное преодолеть свой страх. Следующий элемент у нас задний флажок. Этот элемент очень простенький, а здесь нужно понять уже технику, как он выглядит. Следующий похожий элемент это будет Dragon Flag. Сейчас я знаю, что в комментариях будет бомбеж. Чувак, Dragon Flag, ты чё, это сложный элемент. Хе вам, это легкий элемент, пацаны. Каждый может его научиться. Для этого элемента достаточно подтягиваться 10-15 раз. Вы его сделаете. Как он делается? Следующий элемент у нас как бы не очень элемент, это заход в элемент под названием ласточка. Это спад в ласточку, как он выглядит. Залазим любым удобным способом на турник и спадываем ласточку вот таким способом. Этой штукой вы сможете удивить своих друзей, своих одноклассников, прохожих. Сможете комбинировать ласточку с еще какими-то элементами и просто кайфовать от этой штуки. Следующий элемент, который я вам покажу, это выход Декстера. Для этого элемента вам нужно уметь выход на одну. Как он делается, выход Декстера? Ром, давай ты попробуешь этот элемент. Кстати, это фрилдар. Подписывайтесь на его канал. Давай попробуй сделать. Ты хочешь попробовать? Да нет. Смотри, берешься двумя нижними хватами, подтягиваешься, повисаешь на одной руке, ставишь одну руку, ставишь другую, подтягиваешься. Все. Пацаны, это реально простенький. Стань посередине. Ну окей, давай. Выводишь, закидываешь второй флажок. Пацаны, сейчас мы переместились на другую площадку, потому что сейчас нам нужны другие, немного более широкие турники. И вот мы здесь, на этой площадочке. Следующий элемент у нас peel and flag. Как он выглядит? Показываю сейчас. Пацаны, следующий элемент это немного необычная змейка. Как она выглядит? Либо остаться в одном флажке. Либо зайти в передний упор, либо в задний. Сейчас покажу, как выглядит вообще. Пацаны, следующий элемент это подтягивание с уголком. Простенький как бы элемент воркаута, часть воркаута, как выглядят сами подтягивания. Друзья, и последний элемент, который мы сегодня покажем, это будет бумеранг. Ради этого элемента мы пришли на вот такие вот широкие турники. Этот элемент пришел из джимбара, его делают в джимбаре, но конечное положение именно в джимбаре делается в нивеладу. Но если этот элемент немного переделать под именно воркаут для новичков, то можно не заходить в нивеладу, а просто схватиться за турник и выйти в задний упор. Как выглядит этот элемент? Друзья, на этом у нас все. Надеюсь, вам понравилась шестая часть элементов. Возможно, это последняя часть самых простых элементов. Но если вы хотите еще одну часть, седьмую часть простых элементов, то пишите в комментарии, какие элементы ставить в седьмую часть. Также напоминаю, что это шестая часть. Впереди было еще 5 частей простых элементов. В описании я оставлю ссылку на плейлист с сборками элементов, разных сложностей. А если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был я, Алекс. Пока-пока!